В соседнем дворе вот такая жесть. Дерево старое вон. Я не знаю, что это такое за круглая штука, чтобы кошки что ли не залазили. Они на нем была. С корнем. Жуть. Вон какой ворох листьев. Вон пес в шоке стоит до сих пор. Рыжик, ты в шоке, да? Как ты пережил-то? Будку-то не снесло. Кисуля, а ты где ночевала? А? Привет, Рыжик. Привет. Выжил ты? О, ой, и там тоже, господи. А сказали по городу несколько, хотя, может, я ошибаюсь, может, больше 100 деревьев. Но если здесь у меня возле дома несколько, то по городу это сотни. Ой, шишки какие красивые. Вон. Жалко, блин. Деревья. Ну что? Красивые хвои. Ой, на рыжик. Какая жесть. Старые деревья. Еще советские времена помнят. И тут. Ой, кошмар, боже. Я такого, честно, не ожидала. Уже спилили, тут что-то напилили вон. И никого нету, уже все отработали сотрудники. У меня приехала спасательная, у вас патриот белый спасательный приехал. О, боже! Ты посмотри, какой огромный кусман, старинное дерево. Корни-то вон как. Аж даже без земли почему-то они. Уже ветром все стрясло. Короче, спасатели приехали и полезли на крышу вместе с сотрудниками РЭПа. Я не знаю, о чем они там. Видимо, ну, видимо, они, может, все проверяют. Но почему-то спасатели аж протечку, видимо, протечку полезли смотреть, что еще там может быть. Ой, кошмар. О май гад. Жуть. А сколько автомобилистов-то своих колымак лишилось. Вот не будут в дворе ставить. Двор не парковка. Если что-то упало с дома, нужно было соображать, когда предупреждал МЧС. Жуть. Руки заледенели.